Дагестан получил 40 миллионов рублей на пополнение комплексных кадастровых работ. Это позволит гражданам сэкономить. Теперь им не придется оплачивать дорогостоящие услуги, которые необходимы для госрегистрации. Как идут комплексные кадастровые работы в регионе, узнавала Зумруд Гамидова. Ей слово. Чтобы приобрести, продать или даже подарить земельный участок, людям необходимо пройти через ряд формальностей, и при этом они нередко сталкиваются со множеством препятствий. Ведь точки границ участков должны быть рассчитаны по определенным координатам и внесены в единую базу кадастра. Для решения проблем, связанных с уточнением земельных границ, Росреестр разработал проект по проведению комплексных кадастровых работ и объявил конкурс среди регионов. В пилотном режиме в нашей республике первыми участниками программы стали Сулейманстальский, Казбековский и Гунибский районы, а также города Махачкала, Буйнакск и Дербент. Проще говоря, сейчас собственники земельных участков могут обратиться в Росреестр для того, чтобы уточнить границы своих владений, и все будет сделано абсолютно бесплатно. Не бегать самому, не мучиться. Да, к концу мы года... люди, которые... Я-то еще более-менее человек с высшим образованием, это все я более-менее могу бегать. А вот бедные люди же не могут, старики, пенсионеры, другие, они же могут мучиться. Да, а если вы помогаете, так это очень здорово. Это хорошо. Работы по уточнению земельных границ проводит специалист. Он осуществляет топографическую съемку, определяет фактическое местоположение и составляет межевой план. Это поможет решить множество проблем, в частности, предотвратить земельные споры с соседями. Ну, основная идея этих работ, уже сегодня об этом мы говорили, в том, чтобы на тех территориях, где мы эти работы проводим, чтобы полностью исключить вопросы, касающиеся земельных споров, пересечения земельных участков, отсутствия регистрации права собственности на жилые дома, на государственные объекты и иные объекты. В поселке Шамхал-Тырмен более 2000 зарегистрированных хозяйств. По мнению главы поселка, упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ в целом благотворно скажется на положении собственников земельных участков. Были очень много жалоб со стороны наших жителей. Неоднократно они обращаются и в НФЦ, и в другие структуры с целью, чтобы узаконить свои земельные участки. То по иным и тем иным причинам много приходит отказов. Устраняет, опять отказывает. Я считаю, что эта работа сейчас облегчит нашим жителям. Стоит отметить, что участие республики в столь важной программе стало возможным благодаря работе, налаженной Минимуществом Дагестана. Эти работы проводятся именно для того, чтобы людям было легче, удобнее и бесплатнее. Потому что те работы, которые мы сейчас проведем, дадут возможность уточнять и границы своих земельных участков и все кадастровые работы проводить уже бесплатно. Но эти работы позволят нам полностью все земельные участки, все оксы привести в соответствие. Наведение порядка в земельном вопросе – это важная задача не только для инвестиционного климата, а и в целом для стабилизации обстановки в имущественной сфере. В случае успешного завершения работ Дагестан может стать участником программы и в следующем году. Зумруд Гамидова, Муса Салгиреев, телеканал НТ, Шамхал-Тырмен.